Всем привет! У нас сегодня 12 апреля 2020 года, и у нас выпал снег. Вот такая вот у нас метель, мело целый день сегодня и ночь. Но сегодня как мело? Ветром. Ветер, сильный ветер был, я не смогла. Вот такие вот у нас здесь горы. Я не смогла, значит, снимать, потому что невозможно было, заметало. Ветер сильный был, и, в общем, ничего слышно не было. Сейчас вот вроде бы поутих. Я вышла, хотела заснять. У нас тут трактор заработал. Ну, в общем, никак. Не знаю, я постараюсь погромче говорить. Вот так вот у нас вот такая метель была. Я ночью выходила. Мы вот в 6 утра сегодня чистили дорожку до двери. Ну вот ее, значит, за полдня. Сейчас у нас 4 часа дня. 16:00. Вот. Вот так тучки. Вот. Ну, в общем, вот так. Я свои растишки закрыла. Но они стоят у меня там под ведрами, под тазами. Вот. Здесь только вот ежевика, она высокая. Вот это абрикос, вон он, кончик торчит. Его я не стала укрывать. Почечки уже все зелененькие. Вот черная смородина. Уже листочки на смородине. Вот. Ну, в общем, и сирень тоже уже почки открыла. Там дальше. Я туда уже не пойду, где кролики у меня. В общем, вот такая у нас зима. Как говорится, лета не будет. Биму отвязала, ему сейчас раздолье. Бегает, прыгает. Снег мокрый. Я наступаю. Мокрый. Вот только вот у нас трактора. Где там, я не знаю, не видно, наверное. Поехал трактор. Дороги чистят. Мы живем в Пензенской области, станция Леонидовка. Вот, потому что иногда спрашивают в комментариях, где вы живете. Я пишу Пензенская область, но мы живем на станции Леонидовка. Это где-то 15 километров от Пензы. Вот. Вот такой вот у нас, вот такой ветер. Но ветер сейчас поутих, можно, слышно, когда разговариваешь. Невозможно было, вот я хотела до обеда снять с утра. У меня не получилось, потому что очень сильный ветер задувал. В общем, ужасно. Вот. Ну вот, в общем, снег вот такой выпал. Не знаю, может быть, месячная норма осадка. Ой, Бима как лазит, бедный, ратуется. Так, ну вот, а у нас будет грязь. Вот как растает, вроде бы все высохло. Уже так хорошо было, тепло. В общем, вот. Так, и вот у нас снега. Да ты что, ну ты посмотри, а. Сбивает с ног прям. Я боюсь, что он мне ногу сломает. Я же все-таки уже не молодая. Вот крыжовник тоже. Уже листочки открыл. Вот так нас засыпало. Вот. В общем, всю ночь шел снег. А полдня вот. Смотрите, что у меня в сарае. Туда даже не пройдешь. У меня все, мы дверь не закрыли, забыли закрыть. Так бы меньше намело. У меня что в сарае здесь все замело. Туда даже не пройти. Вот. В общем, трактор уехал, так что можно спокойно разговаривать. Вот такие вот красивые горы. И снега. Вот. Я решила запечатлеть. Последний это, наверное, уже снег был. У нас забор падает у нас, потому что размывает, не держится. Ну, в общем, мы вот поставили стол, привязали пока временно, вот что не отремонтировали. Сломался, надо ремонтировать. Вот. В общем, сейчас немножко подсохнет. Вот до двери пройти нельзя, надо чистить.
Мы в 6 утра очистили. Опять все замело. Ветром задуло так. Вот такая вот метель или вьюга. Как сказать, даже не знаю. Вот. Сирень тоже вот уже. Зелененькие такие вот почечки на сирене. Но я смотрела в интернете, вроде бы говорили, не говорили, вроде написано до минус 0, минус 2. Но так я бы не сказала, что холодно. На улице не холодно, только вот много снега. Вот так вот намело. Вчера бедные деревья висели, прям ветки все от тяжести снега. У нас то и дело свет выключается где-то там, то ли замыкает, то ли что. Не знаю. Вот, в общем, то включится, то выключится. В общем, какой-то ужас. Я боялась, что, может быть, где-то вот деревья все вот так стоят. Я боялась, что провода от тяжести оборвутся где-нибудь. Вот. В общем, вот так. Кролики мои сидят. Вроде бы их не замело. Это я вышел показать всю эту красоту. Вот у нас папа вот так закрыл, потому что здесь домика нету в клетке, чтобы не мело. У нас кролик там сидит. Сломал он перегородку и теперь ходит в клетках. Вот так вот закрыл, потому что клеток не хватает с домиками. Мы где смогли пересадили, пять кроликов пересадили. Остальные так вот сидят. Вот здесь тоже задувает. Сейчас посмотрю. Посажать некуда. Да нет, ничего. Вот хлебушка им дали. А здесь как? А здесь снегу весь сидит. Да вон там вроде бы ничего, удибимо. Мокро. Сейчас я приду, пересажу. Вот. В общем, такие вот клетки, которые открыты, Микки, уйди, не мешай. Здесь ничего, оно замело, но внутри сухо. Уйди, Микки. Вот. Сюда что ли его посадить? Здесь более-менее сухо. И тоже мокро. Сейчас что-нибудь придумаю. Клетки все заняты. Вот, один кролик сидит мокрый. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю, может быть, постелю что-нибудь. Вот. Ну ладно, всем пока-пока.